Высокая скорость и только вперед – один девиз для байкеров и горняков. Именно поэтому мотопробег – часть большого праздника, посвященного юбилеям Кузбасса и СУЭК. Компания установила новое трудовое достижение. 555-ю миллионную тонну топлива доверили добыть шахте имени Елевского. Символические угли с отличными результатами на торжественном митинге вынесла бригада во главе с героем Кузбасса Евгением Косьминым. Устанавливать рекорды здесь уже правило. Первый герой труда России – Владимир Иванович Мельник, да, как раз работник той бригады, которая сегодня выносила знаменательный комок угля, 555 миллионов тонн. Практически целое поколение шахтеров трудилось над этим результатом. Сегодня, имея на балансе более 2,5 миллиарда тонн, мы понимаем, что у нас есть работа и для ближайших еще нескольких поколений. Поздравить горняков с очередным успехом приехали кузбасские байкеры, многие из которых тоже шахтеры. По дороге они успели заглянуть в Белово к энергетикам СГК и пообщаться в Киселевске с юными трудоотрядовцами СУЭК. Компания СУЭК и мотоклуб сотрудничают на протяжении более 10 лет. Мы проводим различные мероприятия и акции. Это День добрых дел, посвященный 1 июня. Работаем с детдомами. На самом деле, что шахтер, что байкер, это тот человек, который, превозмогая какие-то невзгоды, сложные ситуации, всегда добивается результата. Везде встречали нас радостные улыбки, сигналы автомобилистов. Вот так рекорд и мотопробег стали большим шахтерским праздником. В компании «СУЭК Кузбасс» уверены, что в юбилейный год таких радостных событий будет еще немало. Галина Ильина, Ксения Тимирханова, Ленинск ТВ.